Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня я к вам вот с таким вот узорчиком. Это резинка, называется она американская. Получается она на основе 2х1 резинка. Резинка вообще обалденная. Я ее сегодня первый раз увидела и попробовала связать. Девочки, я в восторге. Это она может подойдет для вязания шапки, вот даже вот обычная одинарная шапка без загиба будет очень хорошо смотреться, полностью вот связанная таким рисунком. Также к свитерочкам можно, свитерочки можно с такой резинкой вязать. Она очень такая плотная, очень эластичная. Вот смотрите, если растянуть, она возвращается на место. Ну, сейчас она еще на место не возвращается из-за спицы, но если ее снять, ну, как бы она вернется. Резинка, она такая объемная, рельефная. Я просто в восторге. Но вот эти ниточки у меня, они такие, ну, пружинистые, видите? Так тянутся. Конечно, за счет этого она еще так хорошо получилась. Ниточки, это у меня вот такие вот ализе. 100-граммовый моточек, точное название, то ли Baby Soft, то ли что-то вроде этого, уже не помню, лежат давно, этикетка потерялась. Давайте теперь приступим к вязанию ее. Раппорт узора составляет 3 петельки плюс 2 кромочные. Для кругового вязания набирать просто количество 5 кратное 3. И в высоту всего 2 ряда. Так, кстати, еще разочек покажу, выглядит лицево, изнаночная сторона. Резинка, хочу заметить, получается очень такая ровная, аккуратная. Вот здесь я ее не отпаривала, не стирала, ничего. Вот так вот, смотрите. Ровно она получается сразу же при вязании на спицах. Так, давайте, смотрите, первый ряд. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная. Вот эти вот 3 петельки, раппорт первого ряда. Повторим. 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. Если вы успели заметить, изнаночную я вяжу классикой. Ну, в самом деле, от резинки я вообще в полном восторге. Попробуйте обязательно. Я думаю, что и вам понравится. Ну, вот ниточки, которые пружинят, в данном случае, из которых вязала я, она идеальна для них. Все, осталось немножко. Изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. Заканчиваем кромочной петелькой изнаночной. Вяжем второй ряд. Вот здесь обратите внимание. Кромочную снимаем. Вяжем 1 лицевую. Дальше делаем накид и вяжем 2 лицевые. И затем этот накид набрасываем на лицевые петельки. Вот так. Вот все. Это раппорт второго ряда. Давайте повторим. Лицевая. Накид. 2 лицевые. И набрасываем на них накид. Вот, повторяем. Лицевая. Накид. 2 лицевые. Накид. Набрасываем на 2 лицевые. Лицевая, накид, 2 лицевые и набросить на них накид. И так вяжем до конца ряда, провязываем. Поначалу резиночку довольно сложно вязать, потому что путаешься. Конечно, она не настолько проста, как резинка 1х1 или там 2х2. Но буквально там через 4 рядочка у меня ручки запомнили все и уже на автомате вязали. Но резинка намного интереснее и фактурнее резинки 1х1 или 2х2. Есть много разных резинок. Там пышная резинка у меня на канале, резинка колосок. Ну, вот это вот однозначно фаворит из всех резинок. Надеюсь, видео вам понравится. Вы обязательно ее свяжете и будете интенсивно использовать. Не забывайте поставить лайк. Для меня это очень важно. Подписаться на канал. Всем пока!